Дневники вампира. Катастрофически мало хороших парней. Подожди, кто это? Я вижу только спину. Сексуальную спину. Я сейчас вернусь. Спасибо. Пожалуйста. Простите. Спасибо. Найти бы парня. Будет сложный год. Елена, о боже. Как ты? Как я рада тебя видеть. Ладно, увидимся. Битва при Уиллоу Крик произошла в конце войны. В нашем родном Мистик Фоллс. Сколько человек погибло в результате сражения? Извини, я как раз собирался постучать. Прости, ты куда-то идешь? Да, я встречаюсь с подругой. Хочешь пойти со мной? Его зовут Стефан Сальватор. Он живет со своим дядей в поместье Сальваторов. Он не был здесь с детства, семья военных, поэтому они все время переезжали по гороскопу. Близнец, его любимый цвет синий. Кто узнала все это за один день? Проси, узнала это на перемене между третьей и четвертой парой. В июне выйду за него замуж. Стефан, ты новенький, еще не знаешь о завтрашней вечеринке. По случаю начала учебного года. Ты пойдешь? Конечно, пойдет. Привет, ты пришел? Да. Давай выпьем. Я. Да ладно. Ну так где же он? Не знаю. Привет. Привет. Я снова тебя испугал, да? Да. Знаешь, тебя весь город обсуждает. Правда? Да. Таинственный новичок. Знаешь, это вовсе не тема для беседы на вечеринке. Я никогда не был силен в беседах. Хочешь выпить? Принесу нам чего-нибудь. Привет! Вот ты где! Ты уже спускался к водопадам. Там очень красиво ночью. Я могу показать, если хочешь. Я думаю, ты пьяна. Конечно, я пьяна. Кэролайн. Почти рассвело. Пойдем с нами. Твоя мама дома? Нет, на работе. Я могу зайти, если хочешь. Я в порядке, Стефан. Мы должны пользоваться такими моментами. Просто я очень хочу в душ, так что... Хорошо. Хорошо. Спокойной ночи. Привет. Привет.
Почему ты здесь? Этот выходной будет не самым романтичным, если ты не пригласишь меня войти. Он не позвонил, да? И не писал. Это важная ступень в каждых отношениях. Разве? Но я вдруг осознала, что мы и раньше не созванивались и смс-ками не обменивались. Доброе утро, Бонни. Привет, я должна найти Кэролайн. Она не отвечает на звонки, так что увидимся позже. Извини, что не звонил. Ничего страшного. Я переживу. У тебя есть полное право злиться, но позволь мне все объяснить, пожалуйста. Конечно. Когда? Мне надо домой после школы, но давай в баре в 4 часа. Ладно. Извините за опоздание. Это мое место. Освежим нашу память и начнем с первых основателей этой страны, коренных американцев. Мы вам не мешаем, мистер Сальватор? Мисс Гилберт. Я не должна ничего рассказывать. Кэролайн Форбс, ты когда-нибудь в своей жизни хранила секреты? Ну ладно. Но не говори Елене. Не скажу. Я помню вечеринку. Стефан стоял сзади меня, и он целовал мою шею. Или кусал мою шею. Я отключилась. В последнее время у меня будто провалы в памяти. Может, я сама разрешила укусить меня? Зачем тебе это? Почему ты просто не поговорила с ним? Не знаю, я была пьяна. Привет, как ты? Все в порядке. Бонни, ты должна сказать мне, в чем дело. Не стоит об этом говорить. Что значит «не стоит»? Ты мне от силы 10 слов сказала, а на Стефана даже смотреть не хочешь. Это то, что я думаю? Это из-за Стефана? Бонни, выкладывай. Ладно, но это должно остаться в тайне, потому что Кэролайн убьет меня, если это дойдет до Стефана. Он задурил ей голову всякой ложью. Я просто хотела, чтобы ты знала. В любом случае, его отношения не мое дело.
Если только он нерасчетливый, манипулирующий лгун, тогда это твое дело. Стефан не такой. Да? Откуда ты знаешь? Стефан. Привет. Привет. Мне надо с тобой поговорить. Ты куда? Я отвезу тебя домой, и мы поговорим об этом, хорошо? С ума сойти. Можем потом поговорить? О чем поговорить? Я хочу, чтобы ты знал, что прямо здесь и сейчас я предлагаю тебе уйти, освобождаю от обязательств. Ты этого хочешь? Ты провел ночь в моей постели, мы обнимались. Ты свалил до рассвета, чтобы не смотреть мне в глаза. Это очень тупо со стороны парня, и мне это не нравится. Ты говоришь это с таким разочарованием и удивлением, Кэролайн. Послушай, может, я и была немного жалкой после вечеринки, но не путай это с доступностью. Я больше не позволю морочить мне голову. Кэролайн. Послушай, я знаю, ты расстроена, но... Как ты смотришь на то, чтобы забыть про выяснение отношений и объявить перемирие? Звучит дико, но алкоголь помогает. Я должен сказать тебе кое-что. Я не знаю, как ты к этому относишься. Кэролайн, ты умная, красивая, веселая. Я просто счастлив. Ты можешь быть очень милым, когда захочешь. Привет, Мэтт. Ты видел Стефана? Нет. Если хочешь убить время, можем сыграть. Насколько он опаздывает? Почти на час. Надеюсь, с ним ничего не случилось. Что ты думаешь о Стефане? Он хороший парень. А что он сделал? Вот именно, что ничего. Просто он такой скрытный. Серьезно. Он отлично играет в футбол. Похоже, он хороший парень. Извини, я опоздал. Что случилось? Меня задержали. Надо было кое-что сделать с дядей. Ладно, развлекайтесь. Мне правда жаль. Этого было не избежать. Чего? Ясно. Мне надо идти, Стефан. Дорогой дневник, сегодня я, наконец, убедила себя, что пора сдаться. Все, что ты можешь делать, это быть готовым к лучшему, чтобы, когда оно наступит, ты бы впустил его в свою жизнь, потому что тебе это нужно. Мне это нужно. Я знаю, что уже поздно, но... Прости за вчерашнее. Я так мало о тебе знаю, я бы хотела, чтобы ты открылся мне. Елена, это сложно объяснить. Вчера дело было не в тебе, понимаешь? В доме теплее, мы можем поговорить. Правда? Серьезно, Стефан. Ну, мне есть за что извиняться. Похоже, ты много времени тратишь на извинения. Ты